Открытая тренировка и диалог на равных с чемпионом мира по боксу. Воспитанники спортивных секций Нарьинмара пообщались с боксером-профессионалом Денисом Лебедевым. А он, в свою очередь, поделился своим мастерством с начинающими спортсменами. Вы по-любому будете бить, как лошадь. Чемпион мира по боксу Денис Лебедев дает уроки мастерства юным спортсменам Ненецкого округа. Ребята внимательно слушают и повторяют. Начинающий боксер Роман Косков считает, что такие встречи – это бесценный опыт. Нужно верить в себя и тренироваться. Тренер Романа Анатолий Визерякин считает такие встречи для его воспитанников как глоток свежего воздуха, стимул для дальнейшего роста. Тем более, что на соревнованиях они показывают весьма неплохие результаты. Вот только бы больше выездных боев и сборов. Для ребят это большое дело. Когда им объявили, они с такой радостью и пришли на это. Это реклама, это повышение отношения к спорту, боксу. Это все условия. И мальчики слушали, видите, задавали вопросы. Самый именитый боксер высоко оценивает значимость таких встреч. Для юных спортсменов они очень важны. Тем более, что в его спортивной карьере тоже были мастер-классы, о которых он помнит всю жизнь. У меня был мой пример, мой кумир Александр Лебедяк. Вот наш капитан команды. Долго лет он был капитаном команды. И когда наступило мое совершеннолетие, мне исполнилось 18 лет, я был призван в армию. Я приехал в ЦСКА, мой поезд приходит в 6 утра. В 7 уже я был в ЦСКА, в зале, еще рано. Я лег на кушеточку, калачиком свернулся, сумку положил под голову и ждал, пока откроется. И я проснулся от того, что меня вот так кто-то трепет за плечо и говорит: вставай, пошли на тренировку. Я открываю глаза, это Александр Борисович Лебедяк стоит и улыбается. Визит Дениса Лебедева был организован Федерацией бокса Ненецкого округа совместно с администрацией региона. В первую очередь для популяризации этого вида спорта среди молодежи. В планах провести в Нарьинмаре Кубок губернатора по боксу с участием спортсменов из других регионов. Это такое масштабное мероприятие, к которому надо хорошо подготовиться. До этого мы бы хотели, чтобы дети съездили на 2-3 сбора серьезных. Возможно, это будет Северо-Кавказский федеральный округ. Мы сейчас ведем переговоры с Федерацией бокса Дагестана о том, чтобы ребята туда могли выехать. Кроме того, запланированы сборы, чтобы наши боксеры могли повысить свой спортивный уровень. Мы проводим уже не первые соревнования среди ребят и молодых ребят и видим, как они бьются. И для них приезд Дениса Лебедева, звезды, это, конечно, такой мощный стимул. Вот как раз сейчас проходит тренировка, ведь ребята запомнят эту тренировку на всю жизнь. А может быть, кто-то из них станет чемпионами и прославит наш округ. Также юные боксеры Ненецкого округа смогли задать свои вопросы Денису Лебедеву во время диалога на равных. Это образовательный проект Федерального агентства по делам молодежи, в рамках которого проводятся встречи известных людей из мира политики, спорта, культуры и бизнеса с активистами молодежных движений, старшеклассниками и студентами. Ребята, чьи вопросы Денис посчитал лучшими, получили памятные подарки с автографом спортсмена. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».